Всем привет, меня зовут Олег, вы на канале Random Game, и мы продолжаем проходить игру Outriders. В общем, остались мы на задании жертва, поговорить с Чаной, чтобы продолжить свой путь, короче, ну дальше ехать, ничего не меняется. В общем, я побегал, прошел все, что было доступно, короче, прошел сейчас. Помню, куда нажать. Прошел все, что было доступно здесь, все, что было доступно в предыдущих локациях, где я мимо проехал, короче. Больше, как я понял, дополнительных заданий у меня новых не будет, судя по карте. Сейчас я включу. Я объясню, ну, неудобно. Я покажу. Неудобно объяснять. Вот. Вот, короче, все охоты я прошел, 10 из 10, я их прошел дважды, кстати, я долбоеб. Я, в общем, прошел их первый раз, все 10, пошел, короче, забирать, забирать награду вот сюда вот, к этому придурку, который дает награды за трофеи, эти, короче, монстров. И у него такое задание было, типа, ну, повторно, но как бы, обычно повторно сервис, это, а тут как бы золотой, я думал, типа, ну, какой-то там еще может монстр новый поезд. Сам, короче, повторно. Все 10 штук мне вывел, и мне пришлось опять их все заново проходить. Но мне дали броню. Мне дважды дали броню, золотую легендарную. Мне дали сначала, дали за первое прохождение вот такой вот нагрудничек дали. И за второе мне дали вот такую шапку. Мне дали вот такую шапку, не знаю. Я еще не бегал, не знаю, что она... Как бы дает за каждого элитного бойца на поле боя ваша аномальная сила повышается на 2000 единиц, короче. Не до конца понятно, как это работает вообще. Но посмотрим. И мне, кстати, дали пушку, но я ее просто выложил. Она выглядит прикольно, но у нее статы говняные. Я как-то не особо хочу. Я, может, когда-нибудь статы эти сменю на ней. Вот она, вот это. У нее и звук прикольный, стрельбы такой, знаешь. Тух-тух-тух. Неплохой звук. И вот такую дали, вот такой пулемет, короче. Но он прям что-то, прям пиздец. У него урон что-то прям маленький. Вон, видишь, 578 всего единиц. И разброс пуль прям жесточайший. А вот... Вот эта вот стата, короче, сингулярность. Вот это вот неплохая. 40 тысяч единиц. Короче, после убийства противника появляется такой шарик. Его надо взорвать, и ближайший противник в 6 метрах, он нанесет 40 тысяч единиц урона. Ну, неплохо звучит, но на деле, ну, знаешь, так себе, если честно. В общем, давай продолжим наше прохождение. Я не думаю, что уж прямо много осталось. Я докачался до 12 уровня. 12 даже там с половиной, 12 с половиной уровень. Но, как я и говорил раньше, то, что в нашем вот конкретно вот... прохождений я не буду этого делать, потому что, ну, это много времени отнимает, серьезно, это очень долго, бои все эти происходят, я не хочу на это просто, ну, тратить ни свое время, ни ваше, зачем это надо? Хотите хардкор? Это не ко мне. Ну, почему? Если игра, как бы, предусмотрена таким хардкором, то да, ну, что делать, надо играть. А если, ну, не обязательно, ну, зачем? Если не обязательно. Понимаю, там Секира, там та же самая, да, эти серия соусов. Там как бы это в обязаловку. Это стиль игры такой. Это вот, ну вот, пожалуйста, хочешь играй, хочешь не играй. А здесь, ну, это не обязательно. Зачем мне страдать, когда это не обязательно, правильно? Это же неразумно, нелогично. В общем, я записываю эту серию с помощью ОБС-ки. Хочу как бы еще раз попробовать. Не знаю, я... подключил второй монитор снова. Но у меня, короче, когда подключенный второй монитор, у меня почему-то NVIDIA Shadow Play записывает со второго монитора, короче, тупо рабочий стол, короче, пишет, и все, сука, ни в какую вообще на мой основной монитор не хочет писать, блядь, меня это бесит. И, в общем, я включил ОБС-ку, и с помощью ОБС-ки сейчас запишу вот эту серию, посмотрим, что получится. Ну, в принципе, с ОБС-ки я записываю все игры с плойки. В принципе, нормально. Ну вот, попробуем записать еще... Пидор, не виси. Попробуем записать с ПК. С ПК. Я еще не писал с ПК, по-моему, ни разу с ОБС-ки. Ну, под запись, я имею в виду. Я пробовал, но что-то как-то мне не зашло тогда. Я не помню, почему. Смотри, какие-то шарики летают, блин. Че это такое? Охуеть, что это? Ты видел, блин? Что это было? Пора узнать правду. Шарики. Шарики, пойдем. Правда в шариках, пойдем. Правда в шарах.
Сука, не лагай. Что у нас тут? Я тебя ударю, блядь. Я поставил, короче, в настройках кое-что. Кое-что, не знаю. Ну, походу, это никак не помогает. А вот, NVIDIA DLSS. DLSS использует глубокое обучение. Непонятно, почему обучение, видимо, перевод не такой. Для улучшения производительности игры при максимальных настройках графики. Для работы DLSS необходима видеокарта NVIDIA RTX. Ну, да, у меня есть. Но я поставил, короче, здесь есть ультрапроизводительность. Производительность сбалансированная и качество. Я поставил как бы сбалансированно, но что-то, по-моему, нихуя лагать. Я не знаю, в чем прикол, короче. Ну, посмотрим, может, меньше будет. Она, в принципе, и так... Хер его знает. Как по мне, нихуя не поменялось. Я нашла записи от людей Монроя. Я попробую потом, если будет так же, ну, частенько лагать, я попробую поставить, допустим, ну, ёбнутое качество. Качество, а потом попробую, ну, производительность. Хуй его знает. Наоборот, производительность, потом качество. Монрой подумал, что паксы вызывают бури? Я тоже так решила, когда увидела Августа у тех развалин в лесу. Да ты-то Монрой дура. Монрой приказал бойцам остановить их. Не, нихуя не изменилось. Нихуя не изменилось, подожди. Пожалуйста, принеси мне все записи. Мы узнаем, что произошло. Где? Вот. Давай поставим производительность. Максимальное количество кадров. Что? Угол, размытие. Но я бы поставил размытие, если была бы настройка размытия. Ну, типа, больше-меньше. Потому что, ну, прям совсем, когда ставишь, он прям совсем размыт. А когда не ставишь, как-то, ну, слишком четко вот. Чуть-чуть не хватает. Как... Где-то я видел в какой-то игре настройка такая размытости. Она таким ползунком настраивается, очень удобно. Так, ну попробуем производительность, может что-то изменится. По-моему, нихуя, наверное, не изменится. Что это такое? Что это за шары, блядь? Пузыри какие-то летают, непонятно. Нихуя не изменилось, короче. Даже, по-моему, еще хуже стало, я не понимаю. О, здорово, ребят. Ну а ты что, он нахуй не попутал? Да черт ебаный. Да не туда нажал. Так, это дробовик. Заморозка мне больше нравится, чем замедление. Да ты заебала, я тебя уебу на туре. А, ты, блядь, ты бронированный. Блядь, эти, сука, снайпера заебали. Так, ага, там еще один, да? Да, еще один. Плешивый, сука. Да ты заебла, она, по-моему, еще больше лагает. Ага, прилетело. Что?
Блять, подожди, долбоёб. Не, пиздец, она еще больше лагает. Еще больше, блядь, лагает. Тупость ебаная. Ах ты пизда гребаная. Так, ну давай поэкспериментируем. Может, нужно перезагрузить игру? Ну, он бы написал, типа, для установки, типа, нужно перезапустить. Давай ультра производить, а я хуй его знаю. Ну, он бы написал, если бы нужно было, как бы, типа, для установки настроек нужно перезапустить игру. В нормальных играх всегда пишут. Того, здесь, видимо, не надо. Почти всю визуально я не вижу, чтобы что-то менялось. По-моему, нихуя не меняется. Он чтобы паксы объяснили, как хуй его знает. Их способности. Но они не дали ему, что могли. Провели его к своему священному. Ебануться. Вероятно, это вообще, да. Я не знаю, в чем причина. По сути, она вообще не должна лагать, нахуй. Ну вот прям ни разу. У меня прям все... Сука. Все, короче, статы моего компа абсолютно подходят и даже лучше. Я не понимаю, в чем проблема. Это какой-то бред. Короче, пизду, пошли. Да нихуя не... Визуально вообще ничего, по-моему, не меняется. Вот как есть, так есть. Заебало, что за бред-то? Она прям жестко лагает. Но в других-то играх такого нет. И игры, я скажу, более требовательные, нахуй. И графика намного лучше. Да чё это за чёрт, ёбаный, иди нахуй. Откуда лупит, блядь? Там где-то снайпер, сука, я видел, блядь, эту хуёвину его. А, там ещё пулемётчик, бля. Я думаю, чё у меня так жизнь-ка-то слетает быстро. Где-то гребаный снайпер есть, сука. Это я точно знаю, я видел его. Ой, нахуй я сюда побежал, так еще одному боссу прибежал, дурак. Отдыхай, бля. Ах ты чертила, блядь. Чё он делает-то? Что это? Нихуя себе. А чё жизнь-ка так слетела быстро? Как ты заебала меня. Такое ощущение, что он их воскресает. Да, он их воскрешает, пидор. А я чё патроны-то трачу? Долбоёб ёбаный. А в смысле у меня... Что? У меня на автомате нет, блядь, патронов. Что это? Как это?
Такое, бля, вообще возможно? А, это не автомат. Ты дурак, что ты чем меня путаешь? Так, ты отдохни, заебал. Он хпшку себе восстановил, падла. Так, ну все. А, ну еще с этими клоунами. Ну это изи. А, он один остался. Снопа. Паксы пригласили его в храм показать, как они общаются с аномалией. Но Монро решил, что его хотят убить. Он приказал казнить их лидеров и оцепить храм до тех пор, пока он сам не владеет этой силой. Господи, Монро, и он все совершенно не так понял. Я сам нихуя не понял. Смотри, что она делает, сука какая. Вообще, что творит, а? Что творит, падла, бля? А что ты ставь, дура ебанутая? Она не ставит флаг. Я вижу клетки, а в них скелеты. Похоже, это Пакс. Что за бред-то вообще, она пиздец, нахуй я вообще трогал эту настройку. Ты что, блядь? А, еще босс, ёпта мать. Ты чё молчишь-то, дурак? А было нарисовано, что это были последние дополнительные... А, ну да. А что за бред? А на главной карте написано, что 22 из 22 дополнительные задания выполнены. Откуда это, блядь, еще взялось? Бред. Ну ладно, потом.
После казни лидеров солдаты Монрой переместились в город. Он и стал их колонией. Они выгнали жителей из домов, заставили паксов работать на них, прислуживать им. Сделали их своими рабами. Они считали, что это паксы испортили оборудование. Неважно, что они считали. Это не повод порабощать другую расу. В итоге паксы разозлились и стали вот такими чудовищами, чтобы разъебашить гнусных людишек. Ну понятно, как обычно. А люди, суки, твари. Да здесь сотни убитых паксов. Их свалили в кучу. Весь город — братская могила. Люди Монроя, их рук дело. Я думаю, теперь понятно, кого боялись паксы. Кто вынудил их превратиться в дикарей, чтобы защитить себя. Ну, я это уже понял, блядь. Но они, смотри, некоторые-то, они еще даже, ну, как бы в кости не превратились. То есть не то, чтобы уж прям давно это произошло. Не, ну ёбнутые, конечно, базара нет. Флаг, блядь, типа я крутой Монрой, блядь. Ну, ёбки, пиздец. Ребята, я вам сочувствую, серьезно, я не такой, блядь. Я нормальный, давай дружить. Валим, блядь! Живи! Живи, блядь! Хилимся! Хилимся! Давай, блядь, перезаряжай! Да пиздец, затоптали просто нахуй. Здесь был пиздец. Прохуя себе, бля, в наглую просто ворвались меня затаптывать. Значит, ебанутые, что ли? Ой, пизда. Вот я же отступать начну, мне скажут, а холь ты покидаешь своих союзников, которых, блядь, не существует? Тупорылина, сука, говно. Так, теперь надо подсъебать маленько и разобраться с этими полудурками. Что происходит? Отвисни, блядина, блядь. Бля, ну пизда вообще. Это слоняра заебал за мной бегать со своим дробовиком, блядь. И ты тоже, блядь, придурок.
Давай, перезаряжай, блин. Ну пизда тебе. О, еще один откуда-то взялся. Дурак, что ли? Так, еще фиалочек больше нету. А с того босса не выпало, что ли? Здесь ну, печально. Был невольничий рынок. Так, давай патрончики, я там видел, зарядимся сразу. Не, ну первый раз они прям жестко меня задавили, аж сразу вдвоем с боссом, два босса сразу на меня вышло, я просто, ну хули без шансов. Они мне там всю жизнь снесли. А вот сейчас вышел один и как-то один там, один здесь, нормально. На них обрушилась буря невиданной силы. Погибли сотни людей и паксов. Обелиски были повреждены, и паксы уже не могли повлиять на бурю. Как это было раньше. А, вот в чем дело. Вспыхнет мятеж. Паксы стали разбегаться из города. Он назначил генералом некоего Николая Голяткина и поручил тому производство оружия. Того самого, которое дикари впоследствии обратили против них. Короче, люди-долбоебы. Люди-долбоебы пришли. Здесь себе спокойно и мирно жили паксы. Они научились контролировать були, жили себе сладко припеваючи. Пришли долбоебы люди, перебили всех паксов. В итоге какая-то буря уничтожила все обелиски и пиздец. И в итоге она вся аномалия вырвалась. И вот сейчас вот то, что есть, то есть. Ну, долбоебы, что сказать. Сначала свою планету нахуй засрали, пришли на другую, другую засрали. Молодцы, блять. Могли бы тут дальше засирать, да и все. И на всех. Это его лицо. Он объявил себя царем паксов. Царем? Тираном. Это посреди его лицо. В него реально плюнуть охота. Прям охота харкнуть, но, бля, мне ж потом монитор мыть придется. Так что я воздержусь. Но плюнуть очень охота. А, это, бля, это этот, да? Супер-супер пидор, который я в тот раз, который сбежал от меня, да? Ай, бля, аномальный гандон. Не, это другой. Не, другой, я такого побеждал уже, но это другой, да. Ой, бля, там еще один супер. Это что за хуйня вообще? Я не понял. Какой-то шарик летающий. Да это что такое? Турель, разлом, чего, блядь? Чё, охуели? А, это он создает, ну ты долбоёб, что ли? Будто тебя мало. Да ты хоры, ебанутая тварь. Да, бля. Ты пиздец, конечно, крепкий. Блять, там босс какой-то идет, что угораете? Так-то уже есть один, харе. Да, два, ну да, три босса, вообще заебать. Сейчас мы, походу, снизим уровень на седьмой, нахуй. Ебанутые олени. Пиздец, вообще, я худею.
Этот олень заебал свои сингулярности создавать. Серьезно бесит. Блять, да заебал ты, сука. Да ты ну не охуел. Блять, взял, восполнил хпшку. Его, ну ты вообще конченый, блять. Ой, блять, обычные побежали еще. Ну да, сука, конечно. Надо было дробяком его убить. Жизнь-ка босса. Ладно. Запутался я. Ну обычные, ладно, на них можно жизнь восстанавливать добавником. Но вот эти вот, вот прямо нахуй не усрались. Где этот олень? Он меня замораживает, он заебал. Эта турель его еще дурацкая меня раздражает. Харе нахуй лекаться, охуел. Ну я с таким дрался, но он был тогда попроще. У него не было вот этих сингулярной хуйни, вот этой постоянной. Она не то чтобы прямо напрягает, но не знаю, какая-то она дурацкая. У меня такое ощущение складывается, что если я в нее попаду хорошенько, то она меня просто убьет нахуй. Она слишком опасно выглядит. Бля, урод. Блядь, заебал три полоски, серьезно. Ага, на голову мне поставь эту хрень еще. Так, давай восполним патроны, пока есть возможность, мало ли чё. Ты где, бля? Так, понятно. Сейчас ударит. Все, ударим. Да заебал. Нахуй перезарядку включил, дурак, блядь, безмозглый. Не, ну если бы стоял 12-й, он бы меня просто... Вот так бы сделал, блядь. Если бы стоял 12 уровень, изнасиловал бы меня здесь, блядь, во все дыры. А так нормально. Во дворе никого. Так, что-то у меня что-то понабрал, прям дофига всякой фиалочки. Но костюмов нету. Но я все равно, даже если было, все равно бы не поменял. Это мое. Это мое. Так, а что это такое? Ну, она повышает, а чё тут?
Ну, летящие вас пули могут с 30% вероятностью отскочить обратно в противника, нанеся 1100 единиц урона. А у меня стоит: при убийстве противника критическим попаданием аномальная сила у ваших союзников. Ну, эта хуйня стоит полная. Ну, разве что... Ну, я поставлю, но когда доберусь до своего ученого. Вот оружия много надавали. Только толку от него тоже немного. Дробовик бы дали, дробовик бы я взял. Такой винтовки у меня еще не было ни разу. Винтовка, вообще прямо винтовка уязвимости. Ее надо было назвать уязвимость. Монрой стал рассылать отряды на поиски беглецов. Вот тут-то и случился мятеж, который он предрекал. Так нехуй было их порабощать, мятежа бы не было. Не совсем они. Дикари. Такого он не ожидал. Но Монрой не отступил. Этот урод окопался в пустыне, чтобы выследить их. Понять, откуда. Так он обнаружил каньон и большой обелиск. Там он наконец понял, кто такие дикари. Ну а затем пришло известие, что на город напали. Это и стало началом конца. Я же говорил, они стали такими, чтобы выжить. И они, в принципе, выжили. Они победили, но... Они теперь конченые. Не, ну типа прямо Август, типа прямо вот прямо единственный был из тех, кто не стал превращаться в дикаря. Ну типа вот сейчас вот больше вообще нету нормальных, ну этих, как их там, на П забыл, блядь, как их называют-то. Это очень странно. Хуя статуя. Блять, ноутбук вообще не вписывается. Ноутбук лежит, серьезно. Во дворец Монроя. Ну это вообще-то, блять, не его дворец, он его спер как бы. Это скорее был какой-то храм, что-нибудь типа того, священный, может быть. Куда идти-то? Я тебе ща въебу, не лагай, сука. Наверх. Путь свободен. Что ты видишь? Лучше поднимись сюда и посмотри сам. Аномалия и трон летающий. Пойдем сядем. Не, ну, бля, походу здесь прямо конкретно аномалия ёбнула, и прям не просто так. Будто прям сюда и целились, будто кто-то сюда въебал аномалии. Прямо в этот трон, смотри-ка. Метка. Редко, но метка. Этот Монрой, он был психом. Зато не лагал. Эй, там корабль! Это... Каравелла? Невозможно. Откуда ей быть здесь? Она взорвалась еще на земле. Было много... Ну, видимо, не взорвалась, блядь. Взорвалась еще на земле. Было много погибших. А на что тогда мы смотрим? На долбанный источник сигнала. Сигнала Монроя. Он идет отсюда. Нет места за бурей. Он защищен от аномалии точно так же, как сигнал в твоем гребаном чемоданчике. Нихера не понимаю. Я тоже. Ведь это невозможно. Все видели, как Каравелла взорвалась при постройке. Даже ну, вас наебали просто. Если бы восстановили корабль, они бы отбыли после нас. Мы, а если они попали в какой-нибудь временной... Первыми. Временной что-нибудь там. Тем не менее, понятно, что Монрой поработил народ Августа. Он пытал их, и они... Сознательно стали дикарями. Я догадался об этом уже давно. Чтобы отбиваться. Чтобы отбиваться, да, чтобы выжить. Я это сказал еще в предыдущей серии. Хватит. Довольно. Не знаю, что вас там ждет. Я в этом не участвую. Тиаго, не бросай нас сейчас. Ты же говорил, что не дезертир. Пострадал народ Августа. Вы что, не видите, что мы натворили? Не мы. Я-то тут нахуй при чем? Я че, конченый?
Рад, что прошел с вами часть пути. Не, ну я его понимаю, его друг погиб, как бы стал монстром, чтобы его защитить, но... Мы дойдем до конца. Мы-то тут при чем? Зачем? Вот это вот прям пиздец. Зачем грести всех под одну гребенку? Типа вот, два плохих, значит все плохие. Ну как так-то? Я нормальный, блядь. Ну, я не мразота. Это вы все мразота, я не мразота. Это Монрой мразота, ёб твою мать. На кого хер это надо? Да давай, короче, выдвигаться. Куда нахуй выдвигаться? Ты что? А, типа дальше ехать? Ну поехали, блядь. Я-то нормальный, я как бы и дикарей бы не убивал, на кой они мне сдались, если бы они на меня не нападали, они просто сами нападают. Я бы их не трогал, на кой хера, но оно мне надо, что ли? Поехали дальше. Чё у нас по времени-то? Блядь, где в этой обыске время? А, вот. Ага, 42 минуты, ну нормально. Ладно, поехали, доедем, там посмотрим. Бля, ну потом сюда придется возвращаться, чтобы как бы... пройти эти два задания, там, какое-то историческое задание, еще какая-то хуйня. Но они, смотри, они, получается, приземлились на каравелле. О, каравелла же на ней написано. Приземлились на каравелле прямо возле ихнего города. Прямо вот тютя в тютю почти. Должен быть способ попасть на корабль. Я сообщу, когда найду вход. Нет никакого места за аномалией. Зачем мы тащимся к этому сраному кораблю? Тебя никто не зовет с собой. Внутри, защищен от аномалии, мы сможем установить связь с Флорес. Припасы, ресурсы, техника. Все это будет здесь. Уже сегодня. Чё молчишь? Нехуй ответить. А, я хотел к этому зайти, блядь. Ага. Мне надо поставить здесь двойной этот, ну понял. Двойной удар, короче. Так. Вот оно. Вот все, теперь можно идти. А, патрон. Я уже попадал так, блядь. Пошел тоже, думал, бум, меня патронами зарядили. Пришел, а у меня патроны, блядь, кончились. Так, че мы, куда мы пошли-то? На кой хуй мы куда пошли-то? Не надо, стоп. А, мы на этом закончим, потому что время тоже поджимает. Если сейчас начну, то это затянется, блядь, еще на час. Подписывайтесь на канал, на паблик, ссылки в описании. Комментируйте, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.